Ценам на мясо ничего не угрожает. Об этом заявила вице-президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек Ажибаева. Казахстан ввел временные ограничения на поставку российской продукции из-за вспышки сибирской язвы. Эксперты считают, что это не повлияет на рынок нашей страны. И добавляют, что риска заражения от завезенных товаров нет. Все они проходят тщательную проверку. По данным Министерства национальной экономики Казахстана, с начала года мясо различных животных завозили в основном из США.